Интернета нет. Да, у нас катаклизм. Света нет, интернета нет. Да, нету света, нет интернета, и мы занимаемся... Ну, не уборка, да. Очередной раз разбираем носочки одинарные, да. Дарина говорит, так веселее, чем вот сидеть и ничего не делать. Вот мы привыкли настолько... Сейчас я буду рассказывать историю со дверью. Давай. Настолько мы привыкли к этим, и к свету, ко всему подобному. Вот выключится что-нибудь, одного что-то выключится, все, какая-то... Это, Алина, ты включила телефон заряжать, что ли, или что? Это папа попросил включить. Но он же сказал, когда свет будет. Он сказал, включи, если свет включится, то это... Он зарядится хочет. Вот. Ладно, хоть чуть-чуть зарядится. Подожди. Тимош, на улице у нас ветер дует, и прислала МЧС страсти мордасти. В общем, ну, наверное, многие видели, слышали, что творится на Черноморском побережье. Какие там ураган какой там прошел, и тому подобное. Это идет теперь... Ну, вы... Нет, что-то тут серое, тут не серое. И все вот это идет теперь к нам на Ставрополье. Ну, прислали, что до 30 метров в секунду ветер ожидается на, вернее, в северных районах края. А я, честно говоря, даже не знаю, какой мы район края. То ли кто-то, мама, по-моему, мне говорила, то ли юго-западный, то ли северо-западный. В общем, я помню, что из двух слов. Ну, честно говоря, даже не знаю. Но у нас ветерок дует. Не сильный, правда. Ну, вернее, не 30 метров в секунду, но очень сильный и холодный. Да вот. Нифига, мы там, когда со школы выходили, нам еще дверь обратно не приходили. Тимоня тоже только что-то пришел. Ты видео снимаешь, сейчас я буду сомком и дверью говорить историю. Ну, может быть, я на улице давно не выходила. Ну, ветер, в принципе, сильный, да. Ну, не 30 метров в секунду, это точно, да. Вот, что там, какая-то история у Тимони там интересная была в школе. Да, а сегодня даже отменили это, бассейн, потому что, походу, во всем населенном пункте, ну, по крайней мере, в нашей части, можешь в центре... Сюда? Подожди, в центре нет воды. Ой, воды, света. Давай, только быстренько расскажи, что там со светом было, потому что, ну... Не, со светом. Ой, не со светом, с дверью. В общем, не открылось, да? В классе все закрылись. Нет. Блин, просто мы сошли с столовки с продленкой. Вот, когда мы еще приходили, Лена Петровна хотела открыть, но она заела, а потом накрыла. Потом, когда мы шли с продленки, и она не открылась, а мы вызвали заместителя директора. Он ключ крутил, а потом его вообще сломал. В замке, да, сломал? Не в замке? Ой, ладненько. Да будет свет, сказал монтёр. И что он там сделал? Включил этот, да, как его, розетку или что он там включил. В общем, свет нам уже дали. Мы уже успели съездить в магазин. На улице 5 часов, а на улице уже темно. Короче говоря, зима вообще, близко. Да, уже и скоро 1 декабря, это точно. Вот, что мы в магазине. В магазине ничего толком мы не брали. Дарья, упала моя это. Сегодня в такой теплой кофте дома хожу, холодно. Я сейчас вожусь на кухне уже тепло. Милена уже из школы пришла на один урок, раньше их отпустили, потому что был апокалипсис, да. Потому что не было света. Ну да, света. Мы настежно собрали 57 штук. Да, зато мы столько носков нашли. Видите, полезно иногда выключать свет. Ну а сейчас я разбираюсь. Что я разбираюсь? Я хочу сделать салат. Все сейчас покушали, Дарина со стола вытирает, еще нужно будет смести. Ты все вытерла тут уже, да? Еще раз, да? А я хочу сделать салатик. Это печеночка уже здесь, отварная печенка, я ее натерла. Здесь сделала, ну, знаете, такую зажарку, лучок, морковочка, и забыла, естественно, поставить отварить яйца. Хотя я их целый день сегодня думала, нужно сварить, в итоге нужно сварить, варятся. В общем, вот так. Картошку я, знаете, как делала? Я просто отварила, как она называется, господи, без кожуры. Хотела сначала запечь в духовочке, но нет, не стала. Что мы писали с Алиной? Это по-русскому писали? Да. Что он делает? Миле, ну что такое? Мечит. Корова мычит. Ну где ж там у тебя буква «ы»? Нету ее там абсолютно. Вот.
Так, ну что, ждем, пока сварятся яйца, и буду готовить дальше. А, еще я сегодня готовила этот рассольник, уже покушали. Ой, рассольник, господи, сейчас наговорю. Этот щи. Уже сейчас все покушали, все, помыли. Бассейн у нас тоже сегодня отменили. Значит, бассейн отменили, потому что, ну, не было света. И неизвестно, когда бы его дали, поэтому отменили. Естественно, там же, ой, тут какой-то желтый майонез оставался. Что? Давай, все, садись, переписывай. Тимоня забрал сделать уроки. А? Чрезмерная степень признака, это, короче, типа развеселый, прекрасный, да. Вот это, короче. Ясно. А умеренно, типа, грубоватый, сероватый. Ясно. Мало разрезала эту дырочку, за которую меня потом будут все ругать. Потому что когда начинают наливать майонез себе, он лезет через эту дырочку. В общем. Так, давай, Тимонь, садись. Вон, ну это я сильно много сделала. Тимонь, я еще написала. Руки. Написал? Хорошо, математику ты написал там? Давай, смотри. Блин, вилочка не очень удобна. Получается, я немножко тут буду импровизировать. Яйца я сварила, они стоят там в раковине с холодной водой. Надеюсь, пока я сейчас здесь быстренько там то да сё. Они у меня немножко там остынут, и их можно будет просто-напросто это уже... Сейчас буду маме тебе писать. Хорошо. Читать, может быть? В общем, можно будет их чистить и натирать. Здесь у меня уже печенка натертая. Я уже, наверное, 1000 раз за это сказала. Вот, сейчас на эту печенку я буду выкладывать слой. Ну, наверное, вот так будет получше. То, что Тимоша тут разложился, конечно говоря, не в тему. Немножко пододвинься. Так, Эльдар еще пришел ко мне там на помощь. В общем, у меня здесь много будет помощников на заднем плане. Сюда я, значит, выкладываю вот эту вот. Я еще думала, знаете, что сделать на этот печеночку чесночка, что ли, выдавить. Ну, что-то потом я передумала это делать. Чесночка выдавить. Хотя потом, может быть, в следующий раз поэкспериментирую. Морковочка, лучок. Это все обжаренное было на сковородочке. До, естественно, до готовности. Вот. Но я не знаю, если можно, конечно, будет поэкспериментировать и попробовать все это сделать в сыром виде. Но я думаю, наверное, как-то не очень будет. Ну, не знаю. Но все, конечно, так. Артемий, почему у тебя маленькая? Да потише. Огромная. Да, здесь у меня, короче, будет очень много этого жирного, конечно. Ура! Еще сейчас прям холода на улице, зима. Да, кто? Кто потолстеешь? Я потолстею. Все потолстеют. Зима на носу. Да, все потолстеют. Энергию тут надо пополнять. Да. Сюда я буду натирать теперь картошечку. Она немножко у меня постояла. Я ее не накрыла. Но на вид еще как бы нормальная. Да? Все равно для дома, для нас. И просто буду натирать ее на крупной терочке. Вот так вот это все будет. Таким. Я, честно говоря, люблю, когда салаты не порезаны, а вот именно натертые. Ну, в принципе, так люблю не только я, любят и все мои домочадцы. Да? А ну, кто там на заднем платье? Здравствуйте. А вы нет? Вот, слышите, все там на заднем плане у нас. Вас пока не было, почему же там в комнате сидел, вроде дела, и вы спал, да? Нам чисто говорила, протягиваем глаз, протягиваем глаз. Через окно. В общем, получается, знаете, такого плана, этот, ну, я сейчас его буду распределять. Типа печенка под шубой. Есть селедка под шубой, а у меня будет печенка под шубой, да? В общем, как-то так получается. Мама тут готовит, Тимоня тут пишет. А я яйца чищу. А Дарина чистит яйца. Значит, здесь будет у меня картошечка. И я ее посолю, потому что, естественно, картошка, она не в подсоленной воде у меня варилась. Лучше, конечно, здесь подсолить.
огурчика я много сюда не хочу делать, потому что я как-то не особо любитель солененьких таких огурчиков. Ну, чтобы вкус чувствовался. Как-нибудь вот так аккуратненько. Ну да, лучше не стоит его, конечно. У меня будет такая вот снежная горка, типа того, да? Алина там на заднем плане кашляет. Завтра пойдем с ней проверяться. Так, салатик у нас вот уже готов. Все сидят с тарелками, уже ждут. Вот, сейчас я его разрежу. Ну, конечно, он не так сильно-то... Ну, сюда зеленушечки еще не так-то сильно многое настоялся. Голова болит. Да, у Дарины голова болит. Ну, погода просто такая, не знаю, может быть, из-за ветра. Сейчас посмотрим, что у нас тут с салатиком. У Дарины на большую ложку, да. Где-то у меня такая еще, это есть, как она называется, лопатка. Но где она есть, не знаю. Ну, что у нас, да, типа тортика. Вот такой вот слой. Упадет, прям да. Получается. Нет, не упадет. Давай сейчас Дарине мы положим в тарелочку. Кто там еще хотел? Я. Ты хотела? И давай ты. Тарелочку. Так, Милене сейчас. Ну, Милене совсем чуть-чуть, потому что она у нас такая прям супер многоежка. Это просто, конечно, кошмар. Моня, ты не будешь салатик? Не знаю, тоже отрежу, совсем чуть-чуть попробую. Мне что-то так прям пить хочется, не знаю. Мне тоже. Салатик. Вроде ничего такого я не ела, чтобы, знаете, вот пить от чего хотелось. Ну, сейчас, в общем, салатик поедим. Ну, может быть, на ночь еще попьем. Чаек. Чаек, а может, да. Чаек? Не знаю, сейчас пока поедим, и чаек будет у нас завариваться. Салатик. Пробуем салатик. Салатик. Ну, когда он пропитается, постоит. Вкуснее будет. Я не закрываю, показываю, я не видела. Он будет вкуснее. Ну, как вариант салатика на Новый год, я думаю, в принципе, можно. Ну, не обязательно на Новый год, а так, в принципе, в любой день приготовил, так для разнообразия поесть. Будет тоже очень-очень вкусно, в принципе, и даже разнообразно. Но вкусно. Салатик для тех, кто любит куриную печеночку.